Девушки уже готовы, но прежде чем мы начнем, для того, чтобы поднять настроение, зарядить драйвом и вообще очень хорошо начать этот вечер, я приглашаю на сцену звезду шоу X-Factor, победитель шоу «Звездный ринг», популярный украинский певец, лиричный и экспрессивный Владислав Курасов! Твой выход. Ничего, привет, друзья! Как ваше настроение? А то вы какие-то все так сели, скучковались немножечко. Прежде всего, хочется пожелать сегодняшним конкурсанткам, безумно красивым девушкам, не только внешней красоты, но и, конечно, внутренней. И я думаю, что они ей также обладают. И первая песня, которую я спою, называется «Не единственный». И очень хочется, чтобы наши сегодняшние девушки никогда не слышали такой фразы и всегда были только единственными для своих вторых половинок. Поехали! Аплодисменты, друзья, аплодисменты, не скупимся! For better or for worse.
Ну что ж, продолжим уже не каверами, а моими собственными песнями. И называется она «Забудешь». А я вижу, что у нас есть нестеснительные ребята, люди на третьем этаже, которые готовы чуть-чуть подтанцовывать и помогать себе, да? Ну вот, узнаю наших. Поехали! И да, начинаем раскачиваться! Друзья, конкурс красоты! Нужно быть более яркими! Все, что гадаю, ты знаешь, я еще тобой горю. И будто в плену по раскрытым мечтам сквозь туман я иду. Забудешь ты мои глаза, не вспомнишь все, что я тебе сказал. Но я за тобой сквозь бурную ночь прошу постой. Не хочу тебя помучаю перед тем, как красивые девушки выйдут и будут показывать свои таланты. Моя авторская песня, которая называется «Моя любовь», вышла вот совсем буквально недавно. Надеюсь, она вам понравится. Станет светло, стараюсь.
Поистине талант.